возведем число 1 плюс корень из 2 в n-ую степень. Ну, то есть вот напишем вот то самое, если n плюс корень из 2. Докажите, что результат можно записать в виде корень из какого-то числа плюс корень из на единицу большего числа. Для любого натурального числа n существует такое неотрицательное, ну, имеется в виду целое, конечно, да? Существует такое, как, что 1 плюс корень из 2 в n степени это корень из k плюс корень из k плюс 1. Если n равно, скажем, нулю, то здесь будет единица, и в качестве k надо взять 0. Если n равно единице, то в качестве k берете единицу. Понятная идея? А вы присмотрите внимательно. Вот там вот написано, xn плюс yn корней из 2, это 1 плюс корень из 2 в степени, так? А тут же тоже. Внимательно посмотрите. Посмотрите, что там написано. Вот xn можно записать так. Корень из xn в квадрате. Согласны? А как записать корень из 2 умножить на yn? Это корень из 2yn в квадрате. Согласны? А теперь смотрите внимательно. У нас же эти числа, которые под корнем стоят, отличаются на единицу. У нас есть формула xn в квадрате минус 2yn в квадрате – это минус 1 степень n. Какое из них больше на единицу, какое меньше, на самом деле не важно. Потому что вот то, которое из них меньше, то и будет k. А то, которое больше, будет k плюс 1. Поняли?